Добрый вечер, дамы и господа. Ну, конечно же, в первую очередь дамы. Потому что сегодня абсолютно ваш день. Мы не спали, готовились, репетировали. Только для того, чтобы доставить вам радость. Очень люблю этот праздник. Всегда его определяю по таким характерным особенностям. То, что мужчины с утра уже под шофе. Ну вот, мы не пили, мы готовились. Саша Попей у нас на гитаре играет, он вообще не пьет. И он все это время занимался. Сегодня с утра тоже занимался. Очень много. Потому что у него очень ответственная миссия сегодня. Он открывает концерт на своей акустической гитаре. И для того, чтобы он начал концерт, я попрошу вас тишину абсолютно, иначе он не сможет начать. Мы начинаем. Thank you.
женщина-лебедь, сегодня черный лебедь, Наня Ева. Спасибо большое, спасибо. Еще раз хочу воспользоваться ситуацией, поздравить всех верующих женщин с праздником весны. С праздником. И, конечно же, этот праздник не был бы таким приятным, если бы дорогие мужчины наши за нами не ухаживали, не делали нам подарки. Вот такие, например, как сегодня сделали нам Евгений Лебедев. Игнат Кравцов. Антон Лебедев. И все остальные, конечно. Спасибо. Мы вспомним вместе еще одну песню.
Спасибо большое. Она не Ева. Она к нам еще вернется. Thank you.
Спасибо. Андрей Красильников. Стоял он в саксофоне. Антон Ревнюк. Отвечал за клиническое соло бас-гитары. Мы снова приглашаем наших замечательных, нашу замечательную звуковую секцию. Мы исполним. Леша, делай, пожалуйста, тише в два раза клавишу для Игната. Перестал он любить клавиши сегодня. И мы продолжим с достаточно известной песней, которую написала Джонни Митчелл сегодня вечером, посвященной ее творчеству. Мы сделали свои авторские аранжировки. И для исполнения этой композиции я приглашаю на сцену Ксению Лебедеву. Добрый вечер. Давно, в конце 60-х годов, когда Джонни была еще совсем девочкой, у нее была подруга. И эта девочка была, воспитывалась в приемной семье, ей было очень тяжело завести друзей, она была из индийского племени, и Джонни была фактически единственным другом. И вот в этой песне Джонни вспоминает, как вместе они убегали, прятались под мостом в туннеле, по вторникам. После школы убегали на железную дорогу, клали монетки, загадывали, сжигали желания. И вот полиция разыскивает девочку, но только Джонни знает, где она прячется. We are the crowd.
is going on, my life is right. And she runs home to her foster daddy, opens up a secret room, and he asks her to have a need. Oh, please be here, please, my friend. Women he has taken, they grow old too soon.
Thank you.
Подразделение. Мы сыграем инструментальную версию композиции Джонни Митчелла, которая называется My Old Man. Thank you.
Thank you.
вам. Спасибо. Алина Зизак, не перестану. Евгений Лебедев написал эту потрясающую аранжировку. Спасибо тебе, Женя. Спасибо. Мы продолжим инструментальной версией одной из самых знаменитых. Что за шум там? Сыграем инструментальную версию композиции Джонни Митчелла, одну из самых известных. Называется Both Sides Now. По большому счету это песня про любовь в глобальном смысле этого слова. Спасибо.
Здравствуйте, Роман Соколов, Лида. Антон Кончаков. Нет. Забыл. И Денис Швыдов, всегда. Мы продолжим джазовым стандартом, который тоже пела Джонни Митчелл. Называется «Goodbye, Pork Pie Hat». «Прощай, длиннополая шляпа». И эта песня посвящена... Чарльз Бингс написал это. Декстеру Гордону, да. Такой, как у Лестеру Янгу, вот Андрюша обиделся. «Прощай, длиннополая шляпа», посвящение Лестеру Янгу.
Спасибо. Кстати, дамы и господа, забыл сказать, что дело в том, что сегодня фото и видеосъемка в зале разрешена. Более того, не стесняйтесь, делайте фотографии, выкладывайте в соцсетях, в инстаграмах, если вы знаете, что такое хэштег, то обязательно сделайте хэштег, который будет состоять из таких букв. LFK-TRIO. Мы посмотрим все фотографии. И самая понравившаяся нам фотография обладает. Человек, который сделал... Нет, даже не... Давайте скажем так, что это должна быть девушка, потому что я не 8 марта. И лучшая фотография девушки, которая нам понравится, с хэштегом LFK-TRIO, получит 2 билета на наш следующий концерт 2 апреля со струнным квартетом. Спасибо, что вы помните. Кто не знает, что я начал говорить. И мы... Для исполнения следующей композиции я хочу пригласить на сцену самую лучшую для меня женщину, Ксению Лебедеву. Thank you.
Man from Mars. На следующей композиции вызовем нашу самую юную, но не менее талантливую, Варвару Ревнюк. Химчистка из... Я не могу запомнить. Как правильно сказать? Откуда химчистка? The dry cleaner from Des Moines. Ох, ничего себе. В общем, песня про химчистку. Нет, вроде. Александра Разумная, которая играет. Александра Разумная. Фамилия такая. Да, подходит очень.
Саша играет на такой гитаре, которая называется «Добро». Дело в том, что мы обычно поем эти песни со второй сестрой Александры, с Марией. Но Маша готовится стать матерью. И мы посылаем ей флюиды любви, надеемся, что она смотрит через трансляцию. И эту песню споет Ксения Лебедева. Пожалуйста, Ксения. Three Men in Paris. Начнет играть эту песню. Пожалуйста, Саша. What can you tell? Well, they got a swinging house in town.
Спасибо нашему звукорежиссеру Алексею Голову. Посмотрите.